Большой десантный корабль «Орск» отмечает юбилей. Ему исполнилось 55 лет. Делегация из Орска, в составе которой были представители местного отделения ДСАФ и Совета женщин, преодолели более 5000 километров до Феодосии, чтобы лично поздравить экипаж с круглой датой. От имени главы Орска Василия Козупицы командиру корабля Ирина Панаистова, председатель местного отделения ДСАФ, вручила приветственный адрес и благодарственные письма экипажу. Также морякам передали гостинцы, тушенку, консервы, домашний мед. Кроме того, привезли дизельные аккумуляторы. Большой десантный корабль спущен на воду 29 февраля 1968 года. 5 декабря того же года вошел в состав Черноморского флота, выполнил 11 боевых служб, участвовал в учениях. Во время военных действий перевозил миротворцев, эвакуировал беженцев, доставлял гуманитарные грузы. 20 октября 2002 года БДК присвоили название «Орск». Корабль по-прежнему остается в строю и несет свою боевую службу.